Одной из самых обсуждаемых новостей в апреле 1917 года стало размещение временным правительством займа свободы. Этот шаг вызвал среди рабочих волну недовольства. В частности, 24 числа против займа выступили некоторые заводы Москвы и Петрограда. Не могли обделить своим вниманием 5% сбор на военные нужды и стремительно набиравшие силы большевики. В тот же день, 24 апреля, большевистская фракция рабочей группы Петросовета высказала займу решительный протест. По их словам, пока пролетарии не взяли экономику под свой контроль, подобные поборы с населения только вредят делу революции. На том же заседании большевики обратились к рабочим и солдатским депутатам с просьбой разобраться, почему временное правительство спустя почти полтора месяца после свержения монархии все еще держит у власти бывших царских генералов и министров. Просьба была принята, что послужило причиной еще большего обострения отношений между временщиками и Петросоветом. Противостояние между этими силами дошло до такой степени, что по Петрограду прокатилась волна народных выступлений с требованием прекратить агитацию, раскалывающую рабочих и солдат на два враждебных лагеря – проправительственный и антиправительственный. До Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 197 дней.